рублей в месяц мне уходило на эти премы, чтобы хоть как-то более-менее существовать там на... Условно бесплатная игра, что ты хотел. Ну да, free-to-play. Это ж от Mail.ru, если не ошибаюсь, да? Да. От Ну, для Mail.ru нас все игры реализация. говно. Так-то Китай, а для нас реализация от Mail.ru. Они все игры проруинили. Mail.ru. Ну хули, бабла у них до хера, они просто их выкупают и лутают бабло за них. Ну, просто тебе нужен премиум, чтобы поставить пугало, а тебе этих пугал надо дохуище. Может, без премиума тоже ж можно поставить? Нельзя. И одного? Ты не можешь купить местность себе, чтобы там поставить пугало. Как бы, а без пугала ты даже ничего выращивать не сможешь. Там весь болт на этом завязан. От игра караван это. Ну да. Вот у меня уходило просто 2 часа игрового времени, чтобы только лишь собрать то, что у меня насажено. И еще полтора Отбегите от часа, них. чтобы... Костя подошел, нет? Да, захожу. Камень у меня. Ага. А где Шам? Денчик, ну-ка это объясни. У тебя этот 2Т5 работает примерно так же, как исцеление предков, что ли, у шамана? Я просто читаю Спуститесь там, патруль и... пока. Забейте, могу. Респавить будете танков или мне делать? Там Вага вчера плечи-то забрал. По-моему, не было их. Не было их. Они не упали. Знаки ж не ролим, да? Кто лутером хочет быть? Сейчас вот эти типа можно шмотки даже на танцы, наверное, крафтить, которые да, стрелок. Меня лучше, да, меня. Ну да, они теперь дешевые. Че, погоди, бой закончится. Два центриона там, осторожно, в сети, любовь. Два вихря тутится. Ты попробовал? Сколько человек ачивки получило? 3 или 4. 5, по-моему. 5. Тех только не сагрить, а центуриона отойди. Ну, забери.
Сумонетесь тогда, как бой закончится. Че, кому-то кель нужен вообще за нами? Блять, агро миллиард. Кучу сделаешь с вами. Розовые коробки, сука. Ой, бля. Дайте ЛПшки миллион агро. Строжно, Вик. Розовые коробки. Про товары не там. Да про товары вообще, блядь. Где ты видел, что про товар танчил тебе Халеона и Большого? И еще говорили, блять, про товара нет, так что, блять, расходимся. Что-то испытать. Не, ну может Дезран что-нибудь придумает нормально. Лучше бы ему это сделать, блять. Вот это говорил со слезами. Я просто чекал его темку, я так орал, он там в таком ключе это все говорил. Дизран просто говорит, приму к сведению. Сучий потрох. Осторожно, Вик. Тяжко когда. ПС-ка висит. Этих двоих есть эти ДДЗы. Предложи Дезерону, чтобы вар два щита мог одевать. Ебать. Ты прикинь, чисто щиты в двух руках. Вместо головы еще что-то. Вместо головы? Лучше на все итамы щиты тогда. И маун щит летающий. Лоу. Ты мне это с маунтом то напомнил Астрикс и Обеликс, где его на щите таскали. Ну. Типа ты этого старейшины. Я помню. Не, каждая обилка x2 град, количество щитов. Количество щитов? Ой, миленький, бля. Ты как жидкий умирает, а чё ты руку не жмешь, что ли? Ложный выпад, тебя ж не должно дамажить вообще. Ну там минус 50 дамаж. 50% живёшь. Он просто коника косплеит. В какой-то другой альтернативной реальности героическим классом на Лич Кинге был не ДК, а вар. С двумя щитами, блядь. В твоей реальности, Войд, в твоей. Знаю. Смотрел ревущий Фьюрцов видос еще давно. Там два танка танчат, два вара у них. Ты ничего удивительного в этом нет. Может, просто не умеешь что-то не нажимать на нем? Кто я? Тебе кажется, что он плохой. Нет, мне это не кажется, это другим кажется. Все еще читаешь, почистили. Ставьте шкаф. Это видосы Софа были с Лича? Да. Потанчили его, ну. У нас же вечером Жанна и Халик остались, все, больше никого. Да. И это хорошо. Может, хоть в это КД плач упадет? Наивный. Тихо, не каркает. Вот знаешь, я бы вот такому луту с ФК этого Лара в вечернем бы радовался. Я бы там точно стопудово забирал бы и зап, и поезд. Так ты вчера пропустил-то. Там, да. Пушку, которая пропустил? Ушла на офспек.
А, Фарада? Да, Фарада. Я уже над ним поржал с утра. Вообще пофиг. И вчера. Зоя, его теперь можно со спокойной совестью продавать. Я могу со спокойной совестью ее покупать у кого-нибудь. Она в чем прикол-то никому не нужна была? Он ГП не хочет лутать. Покупать и падает разные вещи, по-моему. Все готовы? Счет? Лапу дайте. Ну и что? Сила. Мои люди без них не могут. Эта зависимость возникла после уничтожения солнечного колодца. Интересно. О, усилок один не вкачан. Очень жаль, но вы не сможете... А во сколько танков мы пошли? Два. Впечатляет. Посмотрим, хватит ли у вас смелости выступить против Светокрада Таладрада. Отбегаем от него заблаговременно. Центр веди, блядь. Проня. Спрыгивай. Сюда ведите, на центральную хуйню. Кирвсопрот. А вот допульте все ханты вот этого говна. Мне нравится, как она перебегает, как будто мы в дуэли с ней. Типа по кругу ходит. Теперь вы можете потягаться с моим главным инженером. А как же дуэль между протоваром? Первой бомбочкой убегите. Сейчас бахнем. Все, идите, идите. На пулы приготовьте, роги ханты, от КДшицы. На кого-то на пул. Все уже отошли подальше, назад, от ступенек. Ступенек ушли, оружие появляется. Назад, сам. На кого-то пульте. Эту хрень сюда. Лутайте. А где посох? А вон он, я его так и не видел.
спрятался. Вон далеко посох за келем. Лутайте быстрее все. Там 35 секунд есть, лутайте. Одевайте. Миш, еще меньше хосты. Там убогий посох. А? Там убогий посох. Отойдите с центра, пожалуйста, он же сейчас встанет, кого-то в цель возьмет. Вас и толкнет, может быть, шок. А вот что-то чинится. Хил, вон один, подойдите к войду поближе. Вон. Локи, осторожно. Он не там, тут свисечку. Этот Вервульф, иди на пульс Ингинара на Войд. Ханты бабу на Войда на пульте. РДД, бейте звездочёта. Каперниана. Бомба бежит. Скоро активация босс 15 секунд. Убивайте Шандера. Убивайте Шандера. 5 секунд. Че, может, фениксов половишь? Я побежу, чтобы ты контролируешь. На пул! Тебе их проще ловить. Тебе выпуски есть. Ну как хочешь. Да не набегать по всему рейду. Я тоже раз в минуту. А я раз в 10 секунд. Контроль сейчас будет. Законтрольте сок. Любовник, лучше не законтрольте вихрь. Чем под луч попал резист, да? Да. Подо мной стоял. Ну, я видел, он сразу же в контроле сразу же стоял.
над боссом. Лови бот. Вера, надо срочно доставать. Луцинь, подними шторы, шторы, подними коват. Помнит зачетно. А, Луцинь, подай. Я понял. Через Феникс. Энджи, подними Бервульфа. Тут скоро еще один. Контроль 5 секунд. 5 секунд. Билики отошли. Баф по ним дайте. После контроля станешь. Яйцо всем. Все в яйцо. Дергайте яйцо. Яйцо сильнее. Еще есть БР? Контрольте людей только. Лучше под боссом. Контроль. Диспел, япончик. Фу, по Фениксу, ваш. Дайте по шторам ману. Пока тут, у тебя БР, да, еще остался? Пошли, миленький. Придержи пока что. Придержи, говорю, БР пока что. Да. Контроль 5 секунд. Не убейте хила в мелизоне. Возможности отведи. Лужа, лужа. Вторую глыбу сбейте. Сову. Ну, любовник упал. По Фениксу. Учились. Вон, поднимай, любовник. Отошли. Яйцо все. Баф дайте попавшим, как яйцо добьете, пожалуйста. Раз. Лужа РДД. Контроль 3. Блять, коват лови, хуй знает, набирай агро. На пульте Феникса на коват. Контроль тебе. Феникса лови. Процентов у келя. Сконтрольте байда, пожалуйста. Спасибо. 3 секунды. По Феникс. Да нужно, надо по Феникс. Никита. Скоро уже новый появится, Феникс. Пытается ловить нового. Яйцо теперь все. Ничего страшного. По-моему, он просто устал. Решил это. Яйцо, яйцо. И переводите. Переводи. Блять, Никитос, ну ты гонник. БР плюс чат, кого открыть? Феникс, ай? По Фениксу. С контроля давно уже выпустил, не знаю о чем ты. А, или тебя законтролили, что-то. Цо. Там вышел контроль, его продиспейлили овцу. Он должен был сделать отрыв, тогда был... Посох дайте. Прожимайте там посохи. Прожал. Конец приземления. Смотрите, спускайтесь чуть-чуть вниз, чтобы урона меньше получается. Там... Когда Гера? 5 минут еще. Джо быстрее. Хилов подпустите поближе. Хильтесь.
язык же нет сейчас. Спускайтесь потихонечку вниз. Только не сильно, а то... Можу под боссом не прослакать. Аж сложно увидеть. Да уже. Не будет. Дал ты 4. Ребенка. Спускайтесь вниз потихоньку. От тебя толку, ну вы чё, блядь? Ну, следят. Дубовая кожа, блядь, паладин. В кошке уменьшенный урон. Пары пустоты, это значит, что близко к боссу стоять. Он по 20% хп уменьшает. Сейчас опять гравитация будет. Под миликами этот лужа. Рейндж. У меня это зеленый. Денис, спускайтесь. Твоя карта бит. Триггерит мертвого вервольфа. Нормально же. Убивайте вас. Лут на те, да? Да. Он его хейтит просто, может. Грудхард. Я зайду. Грудхард. Онлайн. Ну, спроси, вроде не ФК. Да, онлайн. Что там случилось-то? Ничего, убили. Да хочешь не комментировать. А что, у нас все, да, после келя? Ну да. Короче, есть маза. Простите тут.
Да. Блять. Сейчас надо подумать. РС обычка, золоман или 10 опыт целка. Чё? Вага, ты ИП еще не начислял? Гол РС кучу. Угу. А вчера мы тоже после ДВшного собирали, да? Да. Сейчас посложнее может быть. Надо еще охоту закрыть, блин. Шаман. На это успеется. А ИП, ИП начислили уже, да? По-моему, нет. Нет, не было. Еще подумаем. Мне если резку, это надо покупать или. Потому что Редвара нету. Он вчера меня пидорасом назвал, блядь. Я, если честно, охуел. А может он просто ниже каналом был, или он сидел с нами все-таки? Может быть, я не в курсе. Ниже ты каналом, не ниже. На транс тыкаю, если что. Че там кто забрал по итогу? Нямка Т5, резист Т5 на мейнспеке. Зачетный шея, скеля квестовая. Мальдазар руки по мейнспеку. Все, разрол закончен. Надо, чтобы ребятам ебешку начислили. Вот. Сразу. А ты серьезно? Ты серьезно Магу танковский плащ на офспека дал? Я на транс. А он на транс попросил, он же голосом.